Сегодня самолет – это не только самое безопасное транспортное средство. Это одно из самых безопасных мест, где человек может находиться вообще. Однако для каждого третьего человека авиаперелет – это серьезный стресс. Такой стресс начинается задолго до вылета, начиная с момента покупки билетов, и достигает своего апогея на взлете или в зонах турбулентности. Они пытаются контролировать звуки двигателя, движение самолета в пространстве, пытаются увидеть на лицах бортпроводников подтверждение тому, что все в порядке. При каждом потряхивании судорожно сжимают подлокотники. А прилетев, немедленно начинают переживать об обратном полете домой. Причины страха могут быть разные. Меня очень пугает наличие человеческого фактора в авиации. Во время полета меня очень беспокоит турбулентность. Для меня самолет – это закрытое пространство. Если что-то случится, что шансы выжить практически вообще не существует. Больше всего в полете меня беспокоит неспособность контролировать ситуацию. Мы знаем, как сделать полет спокойным для каждого пассажира. Центр «Летаем без страха» совместно с авиакомпанией «Трансаэро» создали уникальный видеокурс, доступный прямо на борту самолета. Этот курс обязательно поможет тревожным пассажирам. А также он будет интересен тем, кто хочет лучше узнать и понять авиацию. Из этого видеокурса вы узнаете, как летает самолет и что его держит в воздухе, что такое турбулентность и почему ее не стоит бояться, какие упражнения помогут быстро убрать страх и вернуть контроль над собой, какие меры принимаются в авиации для обеспечения безопасности полетов и много другой информации, которая поможет вам преодолеть страх. В «Трансаэро» безопасность полета – это главный приоритет. Именно поэтому здесь, на борту воздушного судна «Трансаэро», вы находитесь в более защищенной среде, чем в любой другой, пусть даже привычной для вас ситуации. Летайте без страха. Летайте «Трансаэро».